Это лайф, и мы продолжаем. Госдума утвердила соглашение с Абхазией об объединенной группировке. Оно было подписано 21 ноября прошлого года. И вот согласно ему, Москва и Сухум выделят войска для применения под единым командованием и по единому плану. Цель создания – это адекватное реагирование на вооруженные нападения. В состав от России войдет объединенная военная база на территории Абхазии. Но, в свою очередь, абхазская сторона предоставит отдельный отряд спецназа, два мотострелковых батальона, артиллерийскую и авиационную группы. В случае агрессии группировку возглавит командующий, назначенный Минобороны России.